Здравствуйте, друзья и гости канала. Вот на рыбалочку. Блин, теплынь такая. Ну, лед маленько подрастаял, но чуть-чуть есть, остался. Ну что, за ротаном попробуем. Ну, шафрун, ну, тут я давно не был, я говорю, не знаю еще, какая рыба есть. Карась точно есть, но он не будет брать. Я и не так на него, по сути дела, и не ехал. По сути, снасть одна и та же, что на щучку, что на это. Маленький тройничок. Он даже вон подразогнулся. Маленький тройничок, грузик и поплавок. Вот и все. Не хитрая снастка. Завес уклейка, ну, вернее селевка, но не крупная. Крупная была здесь, конечно, попробовать. Ротан хороший есть. Машина дальше. Ну, первый пошел. Вот он положил прям. Хороший. Хорошенький. Хороший мордуленцы. Во. Тихо. О, прекрасный. Ого, аж удильник гнется. Вот это да. Вот это мордуленция. Дергал, аж я его раздразнил. Вот это у него это. Первый пошел. Здоровый лось. Тут повел, кажется. Ага. Тихо. Повел. О, ведет прям. Тихонечко повел. Такие рожи, конечно, прекрасные. Экземпляры, блин, нигде не гнется. Вот это экземплярчики. А тут тоже, мне кажется, притопил. Ну да, двойник более-менее удобно вытаскивать. Вот это экземпляры его. Тут можно и крупную селевку брать и не горевать. Ох, куда я? Чуть ли не под тот берег. Это хорошо сейчас. Там будет рыбка. Там сейчас рыбка будет. Если я тебе подыграю. Ага. Да я вижу. Колыхало. Вот он. Не сильно крупный, но есть. Да, вон к той стороне что-то ближе. Прям хоть перебрасывай. Я думаю, а там травка, вот она. Там трава. О, этот прям как хорошо-то прям, раз. И отцепливать удобно. Хитрый какой-то. На. Ну, обе удочки туда направлю. Да, селёвку не трогает никто. Будет передом туда. Грязи тут, ой-ой-ой. Что-нибудь скрывать пока. Там палочку, наверное, только нужно. Тут, наверное, сети с мочёлкой ставим. Вот,
Не бодро. Пришел сюда вот. Но я же не в болотниках идти. Не дойду, наверное, до туда. На камушек встать. Ага. О! Встал на камень. Так, ну-ка. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ой, ну такой бурьяна вытащить его трудно. Ага, тут травы ужас. Наверное, как бы мне не оторвать снасть. Дрончок-то мелкий, ладно. О, вода прозрачная какая. Муть пошла. Да, кажется, маленький, близненько. Что-то лужа, ничего себе. Приличная лужа. Это еще весной набирается. Это дело он должен сидеть сразу. Вот он. Прям сразу тук, вот он. Ну ничего. Прям сразу аккуратно. Зачем, чтобы его издалека не вытаскивать. О. Тут только. А, тут двойничок у меня. Это мне нравится сразу, да? И дюхнул. А то мурыжить неделю. Ну-ка так. Вон туда. Только тук и все, уже есть. Слегка главное. Тук. А? Вот, а? Притопил чуть-чуть и все. Как хороший этот. Ну-ка, какой ты нормальненький, нормальненький. Хорошо взялся, берется аккуратно очень. Очень-очень аккуратно. Ну, селявка там, в этой, в этой. Скважине. Он долго стал бы за ней плыл. Когда берете, он сразу хватает. Как он тихонечко дрыкнул, слегка, и сидит там. Ах ты, что он? Не крупный, но все равно. Все равно мордастый. И как он тихоря тык, слегка, я думаю, показалось мне. Зашел, что прям дюкнул. Ну, небольшой вроде. Тюк. Издалека я увидел. И опять же, дюнь-дюнь, подыграем. Ладно, хоть как-то он реагирует. Все-таки дунечком получше, вот он как зацепливается. Нормально.
погреться. Ну, хороший ротанчик, я вообще, я доволен. Просто немного, но шикарный. На разимочку не попадет. Ух ты, смотри, как это. Я только начал ее стукнул. Хорош. О, какой мордулин. О, какой же мордулин. О, какой. Хороший. Он потихонечку уже загулялся. За крупником. Ну таких все нету. Так, хорошие есть. Ну, чтоб таких офигенных нету. Ну-ка, дайте стекану. Вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. Вижу, тихонечко повел. Тихонечко повел. Тихонечко повел. Ох, нормально. Нормально, Григорий. Блин, я уже застрял тут. Ой, как бы не упасть. Мне на камеру нежелательно. Какого счастья. Там повербанк еще. Так, где-то я повербанк спрячу. Камеру-то можно на себе надеть. Дождик заморосил. Блин, горел. Тебя бы не хватало. Плащ одевать, нахрена это надо. Вот эти вот сюда кину. Что, дождик заморосил? Ты чего? Вот оно не клюет. Клев вообще прекратился. Не клевало, не клевало и перестало. Вот и темнеет уже. Блин, скользко. Дождик моросит. Камеру не поставишь. Мелкий, как пыль такой. Противный. Я все повобрал. Ну что, черные все. Ну я скажу, с рыбалкой моей, с хорошей, с ротанами. Ну они все, как, конечно, шикарные. Просто суперские. Просто суперские ротаны. Отлично. Скоро морозы, зима. Ну что, рыбалка состоялась. Подписываемся на канал.
палец вверх, ни хвоста, ни чешуи, ни пуха, ни пера. И здоровья, здоровья, здоровья всем, друзья. Спасибо, что смотрите. Пока.